Всем привет! Поспели абрикоски. У меня на участке 5 деревьев абрикос. Сегодня буду продавать. Здесь у меня оживленная улица, тротуар. Люди ходят, будут покупать. О том, как продавал и сколько заработал на абрикосах, сниму отдельное видео. Сейчас мне надо сделать профилактику помидорам, обрезать сухие нижние веточки ножницами. Именно надо ножницами обрезать, потому что если обрываешь вручную, повреждается кора куста, и куст дает не очень стойким к заболеваниям. Когда обрежу сухие веточки нижние, обработаю раствором соды кусты. Обрезал сухие больные листья, сейчас растворяю 4 ложки соды на 10 литров воды. Обрабатываю кусты и поливаю прямо на листья. Сода абсолютно не вредная для людей. Можно обрабатывать вместе с плодами. У меня 36 кустов помидоров. Одного ведра раствора не хватило. Еще разбавил. Где-то 1,5 ведра. Помидоров часто бывает фитофтороз, они склонны к этому заболеванию. Еще сода помогает от пожелтения, гусеницы, от мурашек, долгоносиков. Обрабатывать рекомендуется раз в 10 дней. У меня здесь вырезка из газеты, здесь 11 пунктов, от чего помогает сода. Долго читать. Сейчас займусь абрикосами, начну продавать. Сегодня первый день, люди будут интересоваться ценой. В этом году мороз побил немного абрикосы. Меньше, чем ожидалось будет.
Наверное, сниму отдельное видео, как я продавал абрикосы, сколько заработал, куда потратил деньги заработанные. Сниму отдельное видео. Скоро у жены день рождения, надо подарок купить. А кому было интересно или полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!